Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать на другой жизни. Чудесные деньки выпали на эти выходные. Конец мая у нас, 30 число. Лили дожди, сейчас к радости они закончились. Вот солнышко светит. Не, на улице не жарко, но вообще замечательно. Сегодня у нас цель какая? В крайнем видео. Мы на краю леса нашли, ну вот, по-моему, я не снимал, но находки выкладывал. На краю леса мы нашли ложновитое кольцо перед полем, перед вот посаженным, и обломок перстня. Мы сейчас дойдем до этого места, поставим точку между местом, где мы их нашли, и нашей поселушкой. То есть там где-то примерно километр получается. И проверим вот эту линию направления. Потому что дальше, если брать... Там еще одна вот у нас поселуха была. Но ту сторону мы проверим в следующий раз. То есть около километра. Времени у нас сегодня часа 4 на все про все. Попробуем, что из этого получится. Может быть, что-то и выскочит. Может быть и нет. Интересно. Ну, хотя бы природу поснимаем. Чаек вкусненький. Ну что, не будем затягивать. Пойдемте. Вот, ребят, красота какая. Вот такая красота. В прошлый раз здесь вот на углу, вот там, где дерево, лоб-лоб с лосем встречались, но камеру, естественно, я достать не успел. Короче, идея в чем? Поле засеянное, мы обязательно потом его еще побьем, само поле. 100%. Потому что в том лесу мы находили до монгол, дальше хуторок еще идет один где-то в километр. Вот здесь, вот там вот, за эти кустами, мы нашли ложновитое и перстенек вот этот обломанный рядышком. А вот там даже меньше, где-то 500-600 метров, получается наш хуторок, который мы называем кузнецами. Соответственно, пройдем направлением, поставили по навигатору точку, пройдем направлением отсюда и до туда. Но это нужно очень медленно, подробно вызванивать, может быть, найдем какие-то потеряшки. Может быть, еще какой-нибудь хуторок. Не знаю, посмотрим. Потому что здесь кругом какие-то такие возвышения. Они могли, естественно, сам ландшафт за многие годы немного-то допоменялся. Там низина, овраг, там ничего не будет. А вот сверху будет комаров мой. Опять забыли взять все это. Причем на комарники привезли с собой. В прошлый раз так сажали голову, что мама дорогая. Естественно, оставили все дома. Ну ладно, что ж теперь поделаешь-то. Пойдем так. Вперед, вперед. Итак, друзья, вошли мы там в лес. И планы резко поменялись. Только что я вам рассказывал про то, что мы не взяли на комарники. И мы об этом очень пожалели. То есть край поля, ну вот оно поле за моей спиной, сейчас покажу. Вон оно. Край поля, как бы, да, вот он не заросший. Вот здесь накаты какие-то, как бы, да. Это понятно. И чуть-чуть в глубину. Чуть-чуть уходишь в глубину метров 100. Полметровая трава. Комары как будто еще, не знаю, с каменного века ничего не жрали. То есть задолбашили нас полностью. То есть возвращаться туда будем, возможно, что завтра. Утречком, только уже с накомарниками и с репеллентами. Потому что сожрали напрочь. Сейчас поменяли чуть-чуть планы, ходим вокруг него, вокруг поля, решили обойти вот эти пролески все посмотреть, потому что пересекались же, мы же находили ложновитое. Мы перелезли сейчас через поле на другой стороне, откуда я вам снимал. Вот, а находили там, тоже вот в пролесочке в таком же. Вот, Люба что-то роет на дороге. Мы как-то здесь были, да, мы как-то были здесь один раз зимой. О-о-о! Ну, кроме пробок ничего не нашли. А там нашли подальше чуть-чуть два килевидных огромных креста. Тоже. Ах, какая красивая. Пробочка. Показываю вам. Водочная. А что там? Люди не видели, что ли? Может быть, здесь вот такая красота. Короче, так вот и ходим сейчас вокруг поля, а завтра вернемся сюда и пойдем вот как запланировали. Я думаю, видео будет одно, поэтому смотрите, ничего не пропустите, я вас уверяю.
Как вы думаете, как классно ходить вот по таким дорожкам? Ветерок дует, птицы поют, красиво. Да еще и монетки какие-то попадаются. Это такая у нас чисто разведывательная операция. Даже не смотрели еще чего. Совет. Ну понятно, что совет. Что здесь мужик? Не хан же не бег. Хотя этот тут тоже теоретически должен встречаться. Только теоретически. Это рамка 10 копеек 57 года. Ну ладно. Короче, идем прямо вот по этой дороге. Убитая. И тоже должны пересечь вот это вот домонгольское направление. Только это идет на его приборы. Не могу. А ты их сними. Вот. Прямо. Такой ровный участок дороги закончился. Начинается такой уже заросший. Какие-то ребятки на девятке по полю пока катаются. Люба сейчас нашла монету. Щитовичок, да? Не, 61. А, 61? Что тут еще звенит рядышком? В принципе, на монету-то мы сегодня особо не рассчитывали. Что-то оно везде здесь. Нет? Проволока, может быть, а там сейчас две длинных проволочки. А? Проволочка, может быть, я говорю, две длинных проволоки только что находил. Монет? Угу. Если так. А еще-то есть? Ну, 61 года. Интересно. Ну, хоть советик сегодня дали. Видите, планы-то у нас поменялись резко. И мы особо-то не надеялись здесь, ходя вокруг этого поля. Хотя найти-то здесь можно что-то. Еще, да? Ну, тут просто корень. Под корень лезть. Вот вам онлайн хоть поснимаем. Где-то сверху, да? Комаров, да, прям они злые, прям мрак. Злые, голодные. Вот бросишь тут с ними курить, с этими комарами. Да. Еще, да? Еще одна монета. Это что у нас? Две копейки. Какого года походит? 60-й, что ли? 61. Ну, короче, тех же годов. Ну, так. Интересно. О, что-нибудь там бахает интересно. Катались по кругу, встали. Ну ладно. Молодежь на восьмерке. Еще. Нам те сразу оптом решили на сегодня выдать, что ли? Чтобы мы уже не мучились по комарийным местам лазить. То клещи, то комары. Жалко, не ранние. Могло бы быть серебро в таких рассыпух. Ну, знаешь. Ну, хоть что-то, да. С учетом того, что мы последние... время лазим, в принципе, по лесам и по другим находкам. Ну, то есть, другие места ищем, другие, в общем-то, цели у нас. То монет у нас в последнее время вообще немного. Никаких. Под корнем, наверное. А, на корне. Копеечка. Копеечка 49-го года. О как. А еще есть? Ну, проверяй.
скажет. Не комарыба вообще сейчас, лепота такая в лесу. Угу. Не жарко. Есть. Вот эту рябину куда-то сидел. Ой, ее надо, в принципе, дай. Неудобно, ни одной рукой снимаю. Она сломанная. Надлом. Да где-то под дерном. Да нет, она выкопана. Ну да, это копать надо. О, уехали братья наши катальные. Чего приезжали? Уж сомнительное удовольствие гонять такое. По свежепосаженному полю. Да, ну подсох. Ох, еще один. Пятачок. Сейчас я угодно сюда подсвет. Дай хоть покажу людям. Ну это да, это средние советы. Ой, сохран-то. Ну, кстати, да я знаю. Ну, они просто потемневшие, они всегда темнеют. Это тебе. 61-й, по-моему. Да, видимо, да. Ну, на этом все. Движемся дальше. Можешь лопату это сейчас, убрать? Ага. Ой, сейчас. Все. Вечереет. Красота. Непонятно. Какая-то у меня опять непонятная монета. Какие-то заклепки нарыли разных. Это неинтересно. Ну, какая-то монетка. Что-то. Ну, совет, наверное. Ну, он что-то больно стертый какой-то. Ну, затерся. Да я на него. Подожди. Да, СССР вижу вроде. Ну да, тут непонятно какой. Ну, идем до конца вот этой дороги. Вокруг вон этих полей, вот справа которой, и туда. Может, что-нибудь наберем. Забавная у нас находка сейчас с этой дороги. Да. Что да? Он. Что он? Курица это. Курица полудохла. Да, яйца. Судя по всему, рейх. Но я не уверен. Мы воду не брали, сейчас приближу, покажу, не, надо отмывать. Здесь они у нас вообще не попадаются. Что это такое? Ну, это привозные, если. Черт, вот. Знает. Курица это. Сейчас покажу. Да, пять чего-то, а вот пять чего понять не можем. Подожди. Год понять не можем. Ладно, сейчас напишем, если что-то. Разберем, что это за монета такая забавная. Ну, хоть что-то интересненькое. Курица на яйце, что? Курица на яйце. 40-й. 40-й? Ну, может быть, запросто. Забавно. Здесь вообще это практически нет. Здесь войны не было. Как ну, у нас единое. Только какие-то вот привозные, ну, трофейные. Пу-пу-пу. Забавно, забавно. Вылезли вот сейчас из того леса и идем к машине. Все. Да, находились. Сейчас через поле срезаем. Тут увидели следы, сейчас покажу. Сейчас как-нибудь встану. Я могу сделать вот так. Вот там лучше сделай, где вот его видно хорошо. Вот этот? Да. Ой. Не слабо, да? Вон, раз, два, три, четыре. Пять. Ой, пять. Пятка. Пятка, да. Угу. Видите, да, размер? Вот пошел, пошел. Пошел, пошел. И куда пошел дальше, непонятно. Здесь, наверное, лужа была. Куда-то. Ну, это крупный медведь. А знаешь, что вот там за рекой в том году был шатун большой, крупный? Ну, это уж... Ну, я не знаю, они его нашли, не нашли. Нашли. И девят, я просто не помню. Да, сказали, что убрали. Сколько, недель, две, не знаю. Ну да.
Все, на сегодня хватит, нас комары сожрали, уже решили к машинке. Здесь хоть ветер дует, сейчас пробежим. Здесь видно, бак по суше был, уже следов не так видно, а эти прям вот... Ну это охренеть. Отпечатались, закачаешься, когда было мокро. Ну это да, это старый след. И не сегодняшний, и не вчерашний. Уже травка сквозь них пролезла. Мишка есть. Пошли. Хороший мишка. Ладно, на сегодня заканчиваем. Видео переходит в завтрашний день. Народ, день два. В итоге вчера доеденные были комарами, свалили домой. Сегодня выспались и решили план поменять. В ту траву не полезли, высокую уже, хрен бы с ним. Потом на лето, на осень оставим. Заехали в одно местечко, хотим проверить. Вот здесь перед нами шла дорога, вот туда вдоль вот этих березовых посадок. И она уходит в лес. Сейчас мы по ней спустимся, здесь мы когда-то даже монету находили. И попробуем пройти чуть-чуть лесом ельника. Взяли уже, одели на комарные такие штуковины у нас есть. С мордами, с застегающимися. Взяли попшикаться чем. Они целиком, вон, комбез. Финки я заказывал, не помню где. Никаких, естественно, это не реклама. Но штука хорошая, они очень легкие, но прочные. Морду застегнул, вроде как это. Они, конечно, мы больше их брали от мошки и от этих, от, как их, господи, от лосиных вшей, этих мушек. Но от комаров, я думаю, тоже поможет. Ну что, пойдемте сходим. Сегодня тоже несколько часов у нас есть всего. Времени-то особо немного. Пойдемте. В имперское время я не так. Продолжаем разговор. Вот он, этот накат мы прошли. Мы тогда вот с этого леса вылезали, там кресты находили, монеты вот там подальше. Ну, сейчас ничего нет. Вот она идет, 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 идет. Тут накат уходит, а дорога уходит вот туда в лес. Здесь на краю монеточка вылетает советская. 49-й год. Забираем, естественно. Вот, ну цель туда, сейчас посмотрим. Вообще интересно, на старых картах было тут что-то или нет? Или все это были какие-то другие накаты? Пока непонятно. Здесь отвилка, но это накат какой-то туда. Вот эта вот вся линия, это граница старого надела. Ну, естественно. И он чуть продлевается туда, и потом вот так. Ну давай сейчас пройдем вот туда. Она прямая на поселок. Ну понятно. Пойдем посмотрим туда, сейчас сходим. Продолжаем
заниматься разведкой. Сейчас вышли опять на какой-то край поля. Ну, поле оно сейчас вот так выглядит, чтобы вы понимали. Вот там трактор похоронен, я так назову. Ну, короче, для металлистов, кто железо копает, там, наверное, много чего можно найти. Но вопрос, как сюда приехать, это забрать. Потому что накат сюда и дорог, ну, пропиливаться нужно. То есть только так. Нет, но старые накаты есть, конечно. Ну, тот черт его знает, не знаю. Прям очень много крупного железа. Пытаемся позиционироваться, куда двигать дальше, разведчики. Везде вот такой бурелом. Ну вот по факту, вот там точка, где сходятся три границы, ну вернее две границы. И вот туда вот походу начинается дальше ельник, как граница. Ну это километр. Ну нет, до смычки где-то 113 метров. Вылезли сейчас с левой стороны оттуда, в итоге забрались там на такой болотину. Нормальное торфяное болото. Да, причем торфяное. Вода чернющая с красным. Красота, но я уж снимать не стал, потому что мы даже не в сапогах. Даже умудрились, кстати говоря, не вымокнуть как-то по кочкам. И пришли здесь, вот, кстати говоря, по картам старая деревня была какая-то. Но советская. Ну, советская, да, она появилась в советское время и пропала в советское время. Вон, видимо, ее сюда сгребали. Вон. Крапивные заросли. Да, и горы вот эти. И вот сейчас дорога в сторону машины. Время у нас кончается, к сожалению. Его и так много-то не было. Ничего пока нет интересного. Ни на что не наткнулись. Да. Блин, комарьё-то прилетело. Прилетело, конечно. Щеточки-то хорошо, очень спасают они. Очень. Короче, сейчас пойдем по дороге до машины. Ну и на этом, наверное, вот эти выходные. Главное не утонуть там во враге. Там болото, да. Ну не болото, лужина огромная. Вот такие места. На этом скоро, я думаю, что эти выходные заканчиваются, потому что сегодня уже понедельник, так если-то. Ну. Идем по дороге. Идем по дороге, сигналов очень мало, мусор попадает, шестереночку от часов нашел и раз, значит, этот накат использовали в те времена. Мы еще идем, думаем, он мог быть, допустим, в 19 веке там вот провеяли, да, то есть непонятно. Ну вот крестик нашли, удивительно, смотрите, с краю колеи обычно такие вещи, ну как бы эти лепестки, они ломаются только так. А это целый, чуть-чуть гнутый вообще, ну и ушко целое, и сохран неплохой, даже эмаль вон чуть-чуть осталось. Когда разведка идет, в общем, такие находки приятные очень, особенно когда их мало. Ладно, по дороге идем еще метров 500. Друзья, вот и закончились два коротких вот этих выхода, два дня, воскресенье, понедельник. Вчера 4 часа и сегодня. Ну, столько же, 4 часа. Были только советы. Раскладываться я уже, конечно, не буду. Там раскладывать-то нечего. Вот эти 5 рейхсфенингов. Ну, я думаю, что вы видео видели, потому что мы сами еще толком не поняли, что это такое. Ну, это то ли рейхсфенинг 5, то ли что-то вот тех времен 40-го года. Вот. Там все в ролике было. Крестик, кучка советов. Ну, так, ничего интересного. Очень много травы, неожиданно, прям по колено, где мы сегодня хотели частично пройти краями полей. Трава прям уже и не протащишь катушку, конец мая. 31 число сегодня, дети пишут ЕГЭ. У меня сын сегодня первый ЕГЭ химии. Уже отписался, не знаю, правда, результаты, естественно, это не сразу все происходит, но посмотрим. Что будем делать в следующие выходные, пока не придумали. Но обязательно что-нибудь будем. Вообще очень хочется, конечно, уже в воду залезть. Уже у нас и идеи появились водяные, но вода еще холодная пока что. Я думаю, рановато. Во, так лучше картинка.
Я думаю, что пока рановато. Сейчас пока выйдем через это дресесе. Там болотина одна есть, сейчас ходом проходили. Даже застряли, ну, раскачались. Да машинку-то я показывал вон за моей спиной. Че, только помыл. Сейчас. Ну так маленько. Привет, нашу мощь. Да. Так маленько попачкал. Они мне полтора часа раму отмывали. Так, помойте-ка мне, люди, раму помыли. Недолго музыка играла. Итак, прощаемся на этой ноте. Погода прекрасная. Спасибо всем, что с нами гуляете. Спасибо, что нас смотрите. Спасибо, что ставите разные пальцы. Особенная благодарность тем, кто видео делится. Я уже об этом говорил и неоднократно. Ну и на фоне вот такой красивой березки. Всем здоровья и пока.